Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о колхозных полях и инициативных корейцах. Бывшие некогда тихими подмосковные города разрастаются нынче с огромной скоростью. Строят везде – на бывших колхозных полях, пустырях и вообще на любом свободном клочке земли. Дома строят огромные, чтобы там жило много народу. Но, как всегда, строительство больших комплексов порождает одну очень серьезную проблему – парковочные места, а точнее их отсутствие. Мест не хватает не только во дворах, но и у железнодорожных станций или остановок общественного транспорта. Автомобилисты находят простой, но малокультурный выход из ситуации. Они начинают парковаться там, где это возможно чисто технически. Жертвами подобных субъектов становятся тротуары, детские площадки и газоны. Власти Московской области долго терпели этот произвол. Наиболее элегантным способом выхода из ситуации было бы строительство парковочных площадок, но нет. Решили пойти проторенным путем и начать штрафовать. Теперь через мобильное приложение «Добродел» жители Подмосковья смогут отправлять фотографии нарушителей в административно-дорожную инспекцию. Дело, конечно, благое, ибо не для вас траву сажали. Но почему опять власти идут по пути наименьшего сопротивления? Ответ прост. Штраф – беспроигрышный вариант пополнения бюджета. Кто ж от этого откажется? Компания «Сангьонг», недавно вернувшаяся на наш рынок, решила удивить широкую общественность. Нет, корейцы не придумали вечный двигатель и не изобрели принципиально новую подвеску. Речь идет о стеклоподъемниках. Все мы знаем два способа открыть окно. При помощи механического привода или электромотора. В обоих случаях нужно что-то покрутить или куда-то нажать. В стране утренней свежести решили еще больше упростить данную процедуру. В Сангьонг предлагают открывать окно при помощи сенсора. Для того, чтобы его поднять или опустить, достаточно просто к нему прикоснуться. Компания утверждает, что она делает это первой на рынке. Правда, тут с корейцами не очень согласен Ян Калум из Jaguar. Дизайн-директор британской марки намекал на появление такой технологии еще пару лет назад. Ну а с другой стороны, можно сколько угодно говорить. Главное это сделать. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».